подозрение. Нахуй никому не надо. Так. У тебя бонусом рожди. Квест сдавать в вестибюль и налево. Если у кого 4 печати есть, сука, они у меня в банке, нахуй. У меня ловковая. Хукмастер, протонись в вестибюль, поставишь шкаф тут. Ты босс остался? Да, давайте быстрее, полтора часа нужно. Мы тебя вкачали на инжа нападем? Нет, у меня печати в банке лежат. Кукмастер протонулся там в вестибюль, сумануть мне надо. Уёбка опять в теме будем, это сопли собирать? Да, да. Ну шанс больше на осколок просто. Короче, теперь каждое КД будем пожирного делать, нахуй. Подожди. Нет, что-то наебал походу. А, так я с других боссов не брал нихуя. Ладно, ясно, нахуй, я просто на друида захожу. Все, не надо мне суммы. Да я открою. Да как хули толку? Дело не в том. А ты себе ИП минусовал? Это понятно, что ты откроешь. За что? Зачем он тебя будет ИП минусовать? Связал. У него совести нету, какой минус ИП? Что после ульды будет? Да я думаю, ГМХ. ГМХМ. А что думать? Чем, написано, так чем быстрее оно пронесется, тем лучше. Ну, типа, Авелания просит МРС-ку перенести, но я думаю, надо... Вот, что у нас завтра? ЦЛК по плану. Если мы завтра не будем МРС-кой еще заниматься, это будет проще. Но мы можем просто Геру начать. Мне кажется, ну, субботу надо МРС-ку. Зачем это субботу? Ну, типа, что в один день это пронесить. Ну, хуй. Вообще не знаю. Надо как можно быстрее проносить. Вот пока ой, есть. Это что за мешочки? Ну там. А это конечно. За квест. Ага. У меня выкройка на портнягу выпала, блядь. Ну, дайте мне на этот. Мне на кузнечку выпали. На куплю 200 кол. Что вы там? Кик... Да что, ключей у нас теперь? Кикни там этого моего воида. Я оказывается. Да, и оказывается не лутал, как он называется. Все остальные, короче, с Герой ключи, я понял. Да, не ключи, ну вот эти вот печати. Че, алгало найдем бить? Почему? Везок съёк, потом алгало. Везок? Портуйтесь. Не, просто большинство вестибюли были. Ну вот через тело этого гиганта. Вы, наверное, просто сказали, куда это пешится, и все туда поломили. Не, не там квест. Все квест сделали. Ну кто, у кого и печати чё, с собой, типа? 15 человек. О, ключ у меня есть. Ну все, нормально. У меня тоже есть. Сколько мы ключей сделали? 3-4. У меня ключ, у Халидринка ключ, у Вархиэля ключ, кого еще? Ну, нормально. У Эвилаши ключ. Ну все. Веб-то не нужен, да? А там типа, а ты в сумку получаешь ключ или нет? Да. Ключницу. Да, да, да. Ключницу, ты ключницу получаешь ключ. Он выглядит как ключ, но ключ. Там... Ключ выглядит. Он как типа ключ. Получается в слот для ключей ложится, да? Да. Да. Да, да. Ключ ложится в слот для ключей, да? Да ну нахуй, реально что ли? Ебать. Это что, ключ? Нихуя себе. Вот он. Вот он. Планиарий. Вот так. Заветный ключик. Хорошо, транквило. Бля, это хуёво, конечно, но допустим. Ну хорошо. Ну ладно. Я бы его собрался отпускать. Ну отошел он здесь. Это задний моб, убейте. А, здесь? Я думал, он Сибаса собрал. Там 100 лет службы. На моем корабле. Корабли? Какой там, говорит, страшный отсрочь момент. 100 лет службы на моем корабле. Отсрочи мне момент. Ты что, припудрен? Не, он там ну, прям переведено нормально. Прям, блядь, я дословно не могу. Спасибо, шпулили. ГЦ, назад идем, блядь. Забираемся по горам назад, блядь. Что, ГЦ, смотрел-ка он на тебя? В смысле, на меня, нахуй. Ну, я его не агрил. Таргете, воет фури. Похуй вообще. Я видел бидон, прямо бежал. Кто-то там, блядь, сагрил. Они его убили. Black Hole. О, Хокмастера, только не запиздухать. Почему нет? Он не восприимчив. Вихры. Ой, сорян. Хуярит стоит, фрик, блядь. Кринж, блядь.
Катрисе. Его что, нету? На замене. Не, пошли в рейд. Слот же есть, правильно? Или нету нахуй? Жи есть? А, ты меня не закинул в пати. Жи, бля. Воу, Рэл. Уважаемый Рэл. У кого есть? Закинь меня в пати, блядь. Я там вишу, бля, хуй пойми где. О, чувствую себя человеком. Спускайтесь вниз, чего вы там так долго? Короче, Бидон и Лингрен. В нерыдо ты, пидор, блядь. А нет, там рарник. А может рарник, у тебя горка есть, блядь? Что-то... Он наебал. Наебаешь, блядь. Ледяная горка, нахуй. Он просит выкопать за него, нахуй. Выигрывает парол и просит выкопать за него. Не понял. Кой, я дурак. Тоже так делаю. Ладно, кину ролл, сейчас выкопайте за меня. Так, где ролл, нахуй? Вот, блядь. Ну, я проиграл, блядь. А хули вы стоите? Пошли, ебаный. Пиздец, я двоечник, нахуй. Приверженцы, в первую очередь, зерги. Приверженец, такой сумрачный, нахуй. Пойми, бля, сейчас сало даст, тварь. О, видал? Сало, бля. Нормально, бля. На 10 секунд, нахуй. Где такое было видано? Рахель сейчас сдохнет. На, я же говорил, блядь. Помрет. Смертью храбрых. Кусаку хил, ебать. Кусаку уже некому хилить уже, блядь, все, блядь. 1000 хосты рисуем Рахеля, блядь. Так я понял, короче, горки ни у кого, кроме меня, нету. Вставай. Все на меня, да, ролили? Отлично. Ну, одну тебе, одну Юлю. Юлия горка, по-моему. Чё так дамажит-то, ебать? Архель не хилит, что ли? Он в ретрике. Пиздец, нахуй. Я вообще нахуй. Кринж. За валаниром пришел, да? Чисто, да, тип валанир делает. Да-да. Осколки, осколки выбивает в прямом смысле, да? Топором своим. Я его, блядь... Ну почему только у людей еще в рыбака? Я его, блядь, ресую, значит, иннер ему вхуяриваю, а он в ретрике, нахуй. Ёбаный пока. Хорош, блядь. Спонсируешь ДПС? Вообще, блядь. Ну там лужу нажимает, блядь, по мане присаживается. Падает. А ты думаешь, у него мана садится? Ну думаю, вообще пиздец, что за хуйня. Что так быстро, да, садится? Посты, походу, 2000. О-о-о, нет. Воу, Педро. Воу-воу-воу-воу. Ебать. Че, пельмени с грибами решил попробовать? Опа, вороник. Попробовал, блядь. Отойдите. Я чилю, нахуй. От босса отойдите, блядь. Сейчас кто-то от взрыва отлетит. Это был мой план, блядь. Прямо к боссу, спасибо, нахуй. А чё, блядь, не спулили, блядь. Походу было рассчитано. А чё, надо было спулить? До миллиметра, да, было? Это как Дизель говорит, в такие вещи надо, блядь, просто верить, нахуй. А, поменяй лут. Поменяй, подожди. Поставил, поставил. Собирай. Каждый за себя, блядь. Блять, кто-то бич, блять. А что это такое серое? А, не, вот. Извечная земля, весьма нормальная тема, да? Это мой труп, нахуй. А, это с твоего трупа собрали такую хуйню, хай ты богатый, блядь. Бидон и Лингрен, киньте ролл. Еще раз. Да, пусть собирают. Ну, Бидон, тебе уступили. А там в Архиле разъебите. Ой, не, не надо, отойдите от него, сейчас ему еще раз дам. Нет. За ретри пала. Бля, да. Сказал бы тебе хорошо, я бы не раздержусь. По-моему, я не запускал Фрею, да? Паладин, давай просто, плюс один. Алло. Да я боюсь без Фрея, блядь, не лесну взрывом без ней, пизда. Нормально, мы его за одну переходку зергаем. Давай, похуй. Вставайте, кто там, блядь? Вы выкопали вторую руду?
Ставь вот, на себя. А то я на осколок еще нажму случайно, блять. Выиграю, нахуй. А его не передать. Было такое, нахуй, какой товар ебаный, ну, нажал. Пока бегут, поссать. Только через форум. Да это они долго это делают. Не, они это не сделают, нахуй. Не, делают, делают, передают. Да? Угу. Да, только они это рассматривают обычно около месяца, блять. Ну, у нас была просто такая же ситуация. У меня вар забрал, прикинь, вар, нахуй. Долбоёб, нахуй. Придурок. А у нас Тарел случайно отдал это как его. Не Рсами, а этому вонючему. Ой, не вонючему, просто Роги, короче. И потом писали на форум, отдали. Только целый месяц это все делали. Кринж. Это вонючий спек есть у Роги? Ну там у человека ник был вонючий. Это... Где там Катрисия? Это... Транквилы нету, давайте. А, он сдохший, нахуй. Подождите, ты тут? Ну, СП, короче, нахуй. Давай, это... Отсчёт там или что-то, блядь. Стоим, время теряем. Иди, хуярь, Юля. Не уешите, просто стойте, автодак бить. Бить не надо, ничего, сейчас стрелять. Вот это, блядь, ману не тратьте. Куда вы ману тратите? Я на пул даю. Шабить, дрочить, вот это вот, блядь. Так, сейчас будет кидать. Да, скикаем. Значит, череп... Короче, чилим 3 минуты. Черепок вот, который кидается, да, это там просто в то место, где черепок этот появился, да, туда кидается вот такая лужа. А когда кидается крест, метка сейчас, кстати, будет скоро, она выносится назад, вот, откуда... Гранитовые споры близко в мили. Бьете, сразу не будем делать хэм, хэм, блять, обещаю, блять. Метка безликого сразу назад. Сразу без пына. Вот видели. Блять, угомонитесь, ёбаный в рот. Чё, не бьёт? Кто-то хлещет. А вы кто... сейчас убьете споры, блять, придурки. А кто бьет поры? Дома клинканите, кто бьет? О, пизда. Дома клинканите, кто это бьет, нахуй? Ну все, Седжу, пизда тебе. О, блять. Не, что, ебанутый? Не этот... Текущие дома. Ворохель, выключи лужи, блять, свои. Не надо это включать, просто, так, блядь, люди, я не блядь. Сказано же, АФК постоянно. Так я без лужи. Ну, так, а, блядь, а правосудие зачем тыкал? Правосудие тоже лужу скидывает. Сука, она забывает. Ну, или, блядь, не трогайте, ничего не трогайте, блядь, потому что, ну... Про... Вообще, я... уберите из таргета везок. Я вам все. Говорю, мы вайпаться не будем тут. Убьете нахуй, это значит сразу изимот нахуй. Просто его добьем. Имейте в виду, блядь, я ебал эту хуйню нахуй. Потому что, блядь, ну... Потому что гладиолы. Нехуй нахуй, чтобы не повадно было. Метка назад отпрыгнула. Минута 10 секунд. Бахури, да. И это... Бичи, блять, а вы что, ну... Бичи, от черепа в стороны разбегайтесь, крестик назад выносите, все. Череп право-лево. Они просто от стрелы от этой... И отбегайте со 100% радостью, потому что сейчас появится жук зеленый такой, его когда... Он будет настакивать, он будет... Что это за хуйня? Пору не бейте, блять. РДДшники. Я в ахуе просто, блять. Заломаночь нахуй, стоп, не дамаг. Съебал, съебал, съебал. Хинкаленко, мудак, съебал. Вы не бейте, блядь, звездопадом и все такое прочее. Я бейте, просто в ахуе, блядь. Хинкаленко, ты дурак, нахуй. Ты тормоз совсем. Ты над головой своей что-то видишь вообще или нет, нахуй? Ну, две споры подмели. Мне показалось, или ту лоу хпшную убили? Не-не-не, он летает. Он летает сзади. 3600 хп осталось. Я просто в ахуе, блядь. Все, собирается. Собирается, сейчас. Сразу не вливайтесь, дали Юле набрать. Вы можете отбегать, сука. Хули ты стоишь там с ним, блядь? Босса ХП резаешь. Алло. Надо выбежать, ваншотник скоро. Мне сейчас... бежать к боссу эти или нет? Шуты. Не надо, блядь, забей хуй. Окей. Моба бьем. Теперь можно уешить.
Сокрушение не ловите нахуй, не стойте нахуй. Оно будет сейчас больше урона наносить. Вот, лужи вернулись. Метка безликого назад. Вынеси её. Быстрее, блин, босса захилишь на фул хп уже. Сокрушение, видите, отбежали, блин. Вернулись. Фрейм у него тупой, пиздец. Так, сокрушение сейчас будет. Хули ты стоишь, а продакс, блядь. Следующий убьет просто. Сокрушение. Видно? Нет, блядь, надписи. Пасифея хилишь. Вылетел. Выбежала, да? Вот так надо делать. А он резает свое хп, получается? Ну да, чего? Отметки. Он еще дамажит. В большом процентаже того урона, который наносит метка. Метка, она сама не получает урона, вот люди вокруг, которые стоят, не получают. И они отдают свое хп боссу. Вот так вот, нахуй. Следующий шотать будет, нахуй. Имейте в виду. Ну, там, в принципе, не стакается уже. Может быть, щитки спасут, я хуй знаю. Но все равно... А продукт... Вынеси, блин, вынеси. Блин, вот, нормально. Успел. Интересно, вот эта лужа работает, манореген? Надо сейчас по реканту посмотреть. Ручная мана. Да, должна работать. Энергия работает. Не, наоборот. Не, не работает. Тут весь манореген же порезан. Энергия это не мана, здесь вот именно манорегена нету. Тут манореген работает, вон, правосудие у паладинов. Паловский. Да. Только паловский. Да. Вот это лужа... Вынеси стелси. Да. Убил нас, еще и сам ловишь сокрушение хинкалинга. Блять, ну 20 тысяч нахуй это пиздец. Это жестко нахуй. Вот только 20 тысяч надо без йоговской лужи, без вот этой давать. Резайте. Тринка неплохая на Элема. Так, пока вы резаете. В это в комнату не заходить, стоять на камнях. Пока вы резаете, сейчас сапати раскидаю, кто куда пойдет. Так, пойдут самые, блять, крутые нахуй. Так. Я не пойду тогда. Смотрите, ты пойдешь в комнату? Так, Атала не пойдет. Дай ассиста на войду, да? Не заходите дальше. Так, значит, Юля сверху. ВП Хант вместо каталога. Так, вот получается... Кто там? У Юли. Давай я сюда, блядь, перекинусь. Пойдем без хилов, я хуй знает. Типа, блядь, Седжи не хилится и Хант не хилится. Не-не-не, одного там. Надо хила, блядь. Одного. Кто там в комнате не шарит? Сифилис, консилятор? Юля, дай ему руку. Или Лингрена может убрать. Хуй знает. Давай, Бурлакос в комнате не излагай. Давай Транквилу нахуй, пизду. Транквила, значит, твоя сторона, вон. Окей. Значит, ты все-таки плюс 2, блядь, сделал. Да. С нами труп пойдет. Этот. Твоя сторона плюс 2. Значит, блядь, первая пати, Холидринг ведет на те звезда, ведешь налево своих. У тебя Хант и Рога, и Хил. Вот, подожди, давай вместо тебя. Давай Сифлиса туда закинем. Чтобы у нас было 2 ретрика и... Кот и сова. Мы сами хилимся. Инвизибл, я думаю, не сдохнет. Хотя, блядь, кто их вести-то будет? Ладно, иди туда-обратно, блядь. Я, если что, впервые в комнате буду. Похуй. Просто бежишь, заметка отворачивается. Спиной встаешь к черепкам, с которых луч в тебя идет. Окей. Так, вот рыба. Остальные сверху диспелят. Лёха, там черепки висят в воздухе, вот к ним надо спиной становиться.
Че, его в комнату закинуть или что? Где Катриси, кстати? Он до сих пор сдохший, его, по-моему, нету. Прессует. Он писал что-то? Он разве тоже не отходил на 10 минут? Я без понятия. Он что-то писал вроде, или говорил? Я не помню. Это нахрена сделал, блядь? Плюс 2. Ну, что ты хочешь? А хотел плюс 1. Так, давай транквила. А он писал, короче, 21.05, ну, по моему времени. Так. А АФК 10 минут срочно. Вадикон в комнату пойдёшь. Ну, получается, 20 прошло. Да. Ты, получается, снова ему кикнул, и ВМ не начистит, но отнял. Что? Что? Пиши, Слава, что ты хочешь? Секс. Нарисовались небольшие проблемы. Вот теперь ступ не могу делать. Хорошо. Вон гомозека возьмите и... Да тихо, блядь, дай я, блядь, разберусь тут. Все, Катрисия ушел. Этот, давай шкаф. А. Кого там взять, блядь? А, мазека какого-то. Пизду, блядь. Так, первая пати налево, вторая пати направо идет. У нас сова, две совы, Invisible, Сифилис, Равник. Мы, думаю, не сдохнем. Так, сумоньте гомосека. Слышишь, нам бы шамана какого-нибудь. Какого? Нахуя? Зергануть попробовать? Ну, да. А хотя плюс 2 нахуй. Нахуя, нахуй. Ты хоть плюс сколько? Там самая фишка в комнате, быстро убить щупальца. Чем быстрее убьешь, тем больше времени бить мозг. Ну, где шкаф? Где шкаф? Хукмастер. Шкафани. Шкафани. Шкаф, шкаф, давай, говорит. Ой, дяку. Все, пошли, Юля, в центр. Обходим лужу эту. Лужи не касаться, нахуй. За 20 метров от них стоим, блядь. А, идут. Прямо ладно, давайте пробежим, нахуй. Кружок, бежим, сука. Дальше кружок, проходим. Нахуй, не заденьте лужу. Давай подвигаемся, блядь. Это лужи догоняют, боязно, нахуй. Все, моба, 2000 дали, блядь, дальше двигаемся. Что-то паны нет у них. Ну Фреи нету, нахуй, обратите внимание, плюс 2. Это для вас новая хуйня. Здравомыслие резнуть неоткуда, нахуй. Так что сбегание с лучами должно быть быстро. Черепок кидается, он будет перекидываться бесконечно и забирать каждый раз по 4 здравомыслия. Если вы... Возле зеленых лучей не стоите, блять, с красными сбегаете. Катала, выйди, блядь. Ты сейчас наступишь в говно, ты не видишь? В кружке двигаемся. Тебя уже хочется наступить, нахуй, да? Катала, ты уже один раз наступил у меня вот где, блядь. Мне это так не понравилось. Я наступил. Стой, Катала. Стой, Катала, не трогай ничего. Просто смотри и все. Потом побегаешь, щупальце побьешь. Так, следующего. Поменил уже. 3. Это ты еще. Моб, чтобы дошел. Вот моб уже. Не бейте, пока он не дошел, чтобы агро набрала. Все, теперь быстро убиваем. Последний моб, на край идем, на край иди к нему. Отходим от моба. Вторая пати с какой стороны заходит, Слава? Вторая пати справа, первая пати слева. Отошли, милики, отошли оттуда. Сейчас будет... Никто, кроме назначенных людей, не заходит. Большие милики не трогают, только танк с ними работает, Юля. Все, встали, РДД, диспелим проклятие. Маги, совы, все без исключения. РДД, ваша позиция, где сейчас кружок находится, а не вот там, где вы стоите. Вы должны мультидотать и то щупальца бить. А, ладно, похуй, можете уже бить большое.
Инки там разъебали. А Джулит лучей отошли, ждем новый щит. С красными быстро сбежали. Гайтесь друг к другу. Друг к другу бежим, в луч не попади. И бегайте вместе по надобности, куда надо. В стекло не попади. Разлагающий бар. 9 секунд, 5 секунд до захода. Занимаем места. Вокруг босса становимся, первая, вторая пати. Если готовимся порталы. Сбежались красные. Наверху, короче, командуйте еще, чтобы делали люди. На порталы быстро, секунды нажимаем. Нажали на портал. Блин. Шли по кругу, побежали. У кого большой спринты ДД есть. Бейте. Все, ключи добили, все. Ходу. Быстро в мозг. Фул ДПС. Разгоняем. Бусты, я даже, блядь, ласку выпил. С айраном, что ли? Ага. Стан. Фул доты. Сколько там по секундам? Я сейчас переведу. Что-то я, блядь, боюсь очков. Да мы успеваем. Ну бей, пробуйте, бей, хуй знает, так все в контроль попадем. Еле успели, блядь, мужика просто. Да вы нормально успевали. Перед лицом стоим спиной к боссу. Мобов спокойно бьем, собираемся. Главное тут отворачиваться. Ну, главное отворачиваться. У здравомыслия там по 50, он у меня у Вадикона 48. Отворачивайся только. На ноль не проебите. Паладины могут. Так. Можете дать Геру. На вот этот рев, что сейчас кто-то дал, да, ему отвернулись. Отвернул. Ну все, весь босс. Я горел, надо было плюс один. Да, блять. Отвернулись. Так-то можно, ну. А так-то можно и плюс ноль. Не, плюс ноль. А сюда везет плюс один. Плюс ноль другая хуйня совсем. Там мобы боссы захилят просто и все. Можно попробовать, типа, но на это надо время, чтобы тратить. Вадикон 34 здравого мы. Да, блять, все вижу. Хватит. Я два здравомыслия как-то добивал. Вы обречены. О, два огонька, нифига. Каких огонька? О! О, два токена одинаковых. Разве такое бывает? Вестибюль. И направо. По луту есть разница? Плюс один, плюс два? А, плюс один. Да, там, блядь... Для чивки. Сферка там, блядь, еще что-то там, блядь. Парник, ты что думаешь, я его плюс один прошу? А там двор вы уже закрыли, да? Так, надо бы хилов побольше. Можно, да, плюс ноль. Мэтфок стопудово спекайся. А плюс ноль это же голова. Что вы думаете? И голова может выпасть, и танц еще больше наступит. А, да, давай я, в принципе, спекнусь. У нас хоть раз не падал осколок тела? Не, всегда падал. Я не видел, чтоб не падал. Может, когда-то давно. 100%. Но у него, собственно, вероятно, 70%, и за каждый хэм по 5% сверху накидывает. Я вот сколько, блядь, не убивал этого Алгалона. 25, ой, Алгалона, говорю, Йоксарона, всегда с него падал. У нас у Ферозумрада была фигня, что когда в плюс 0 били, осколок не упал. Мы написали на форум, нам ответили, что тут не 100% шанс. Ну да, большой, но не 100%. Че, завернитесь обратно. Рыба тут стоит, идите ешьте, блядь. Это, кто метки поставит? Репотки сразу не пейте, босс сразу не допускает. Да я систем ВП ханту. Пускай он метки поставит. Кто помогать ему будет? Два человека. Нормально. Да? Да как обычно, конечно.
Ну первые 4 звезды по-любому надо разбить. Вот первый разобьет 4 звезды, там вот как быстро вы их разобьете, так быстро будете боссы дамажить. Там уже по процентажу смотрим. Кто помогать будет? Плюсики? Или самому сказать? Давай. Я давай Пасифея и Вадикон. Метки будут стать ВП ханды, будете их разбивать. Хэпал только один, его не проебать. Сразу можешь Мастер СС на Рахеля дать. Так, и 7 хилов. 3 Эрдру, 2 Эршама, ДЦТ 5. Ну, работай. Так, что там, все зашли? Все зашли, давайте. А, подождите, стоп. Кто в танках? Юля, Лингрен в танка. И кто еще? Давай гомосек в танка. Остальные пускай подамажат. Этот. Значит, гомосек будешь просто созвездие заводить, знаешь, да? Да. А Юлия... Возьмите кто-нибудь. Юлия с Лингреном на боссе будет. Порезайте там ману, что-то поешьте, хуй знает. Готовы? Все, тыкайте в босса. Бля, Юля. Гера КД, конечно, ну, ладно. Надо было не давать. Уведете его к стенке туда? Да, уведи его к стенке. Значит, первый метр или куда? Ближе к боссу, который... Да. Ну, че, ебашим. Ух, вот ты по рейду. Чтоб рейд быстро поднимался. И чтоб жили мы ровно, да. Так, первую сразу убиваем. Хара отбежали. Милизона вышли там. Все фуловые или что? Да, да. ДЦ 25 решает. Давай следующую сразу. Чем быстрее убьете, тем быстрее по боссу будете играть. Сейчас будет взрыв и кара сразу. Над Фокса подымите, кара. Сначала кару подождите. Бля, я в каре стою. Созвездие заводим. Да. Последняя сфера. Фул захиливаемся. Сурового удара. До сурового еще время есть. Появится, смотри, новые 4 звезды, одну разобьешь и дальше не бьешь никакие вообще. Кто там в дырку провалился? Кара сейчас будет. Кара отбежали. Сразу одну убей. Вот под Милизона. Милики, отойдете, звезда умрет, чтобы там дырка появилась. Уходите, да, уже уходите. Уйдите, Милики, ну уйдите оттуда. Все, захилим. Все, дальше ничего не бьешь. К дырке подошли. Зашли в дырку, зашли в дырку, зашли в дырку. Отошли от того места, где заходили. Встали, ждем. По выходу сразу будет кара. Телси, вставалку юзай. После кары юзаешь. Юзай вставалку. Только не говори, что... Фул по боссу просто бейте, сейчас уже 20% будет. Ставьте его в центр. Забирай. Сейчас я это параши исчезнет. Чё, у тебя сталка КД, что ли? Кара 2 секунды. Блять. Кара, вышли в Милизону. Ну простой босс, видишь, когда ДПС, дохуя вообще изи. А так это все по КД делать по кругу. И особенно когда 2-5 ДЦ вредит. Ну да, блять. Ну и 2 ДЦ типа нормально вывозит. 2 ДЦ как 2-5. Кайф. Весь хпс нас посмотри, блять, по 2000 нахуй. ДЦшник Алинкани, сколько абсорб? Ну нормально, чё. Сюда надо. Вадикон, ты на ДК пойдёшь? Да. Так, Вадикон, я тебя не восстановил, да? Что там сейчас открою, где я там записывал? Я скинул во флагилку скрин. 16389. Магик. О!
Точняшку. Да, магик. А можно пойти за хантом? Блять. Там не полутай. Не-не-не, лутать ничего не надо. Мод. На песчинке вообще поймут. Дайте хвостик комету. Пошли.